Помню вам, мы говорим все еще о колебательных процессах, то есть период у нас исследования или сравнения всего лишь 1 месяц. Видим первичный рынок комфорт бизнес-класс 943 доллара за квадратный метр. Так, давайте мы вот, мы же первичный рынок, да, бизнес-класс 943 доллара за квадратный метр. Также видим, что рост за месяц плюс 0,11%. В абсолютных цифрах можете посмотреть все по административным районам. Ну и, конечно же, рост в процентном соотношении. Ну и последний слайд. Здесь мы будем с вами говорить о квартирах элитного класса. Вы уже заметили, что осталось всего лишь два административных района. Это Киевский административный район и Приморский. Ну, опять же, напомню, что Киевский – это центральная часть города, он длинный, вытянутый такой, да, вот именно центральная часть. Ну и Приморский, он понятно, что это центральный район. И вот как сильно даже между Киевским административным районом, центральной частью и Приморским отличается стоимость квадратного метра, кажется, одного элитного класса, да? Вы видите снижение в процентном соотношении за месяц то, что произошло с этой недвижимостью этого класса. Ну и, друзья, переходим к самому интересному слайду.